непоседа, непоседа, да-да-да, все вокруг меня зовут. Кто-то потревожил. Смотри-ка, камень ожил. Не знала я за ним такого свойства. Простите, уж не я ль причина беспокойства. Я тут на солнышке немного прикорнула и незаметно так уснула. Как скучно здесь вокруг. К тому ж весь день одна я. Счастливица. А я кручусь, как заводная. Мне стоит лишь с утра начать гулять, скакать и жерничать, что просто некогда скучать. Тут рядышком совсем, за валуном, мой дом. Так не угодно ли меня проведать? Позавтракать со мной, а можно пообедать. Прошу, отведайте икры, другие щедрые дары морских глубин. Салат капустный. Довольно вкусный. Подумать только. Завтрак в море, на свежем ветерке, на голубом просторе. Ну что ж, настала очередь моя. Мое жилище отобедать, вас приглашаю в гости я. Куда? Зачем? Нашла подружку. Она устроит нам пирушку. В какую же забрали сдаль мы? Еще чуть-чуть, до первой пальмы. А там за ней сразу дом. Ну что, пошли? Ну, что ж, пойдем. Пришли. Прошу. А где же дом? А вон. Позвольте, как же я посмею? Я по деревьям лазать не умею. О, пустяки! За хвост мой уцепитесь и крепко за него держитесь. За хвост? Скажите, милая, вам больше что по вкусу? Банан или кокосовый орех? А может, ананас? Ананас! Почтеннейшая черепаха! Я из-за вас едва не померла со страха, когда вы так неловко соскочили. Но приглашение остается в силе. Сытая и водички напилась. Пойду тихонько поразмять бы кости. А вы уж сами приходите в гости. О, непременно. Завтра, с самого утра, пока еще не самая жара. Пришла, как обещала. Ой, однако ж жара. А, здрасте. Что ж, освежиться самое пора. Ура! Бьет? Не боязно. Не
чуть-чуть. Прошу быстрей, почтеннейшая. Путь. Послушайте, а побыстрее можно? Да, можно. Но прошу вас, осторожно. Здесь глубина. А, какая глубина, когда она насквозь до донышка видна. Приключилась с нами. И я надеюсь впредь дружить с домами.